Фиксируют яркие первоцветы. А вот завтра погода испортится, в городе будет сыро и ветрено, температура начнет падать. В выходные ночами возможны даже слабые заморозки. Впрочем, как говорят синоптики, это похолодание будет недолгим. Тепло вернется уже в начале следующей недели. А у нас пока все. Первые итоги дня подведем уже в вестях в 17 часов. Там увидимся.